доктор экономических наук Валентин Катасонов про Алексея Улюкаева. Дело в том, что у нас нет экономики, по большому счету, и господин Улюкаев непонятно чем управляет. Господин Улюкаев в основном занимается вербальными интервенциями, в основном, значит, говорит, что все не так страшно и все не так плохо, и рекомендует гражданам России заботиться о своем здоровье. То есть человек просто находится не на своем месте. Ничего он реально не управляет. И что-либо требует от Улюкаева, этой куклы совершенно бесполезно. А то, что говорит Улюкаев, это фактически означает, что он является агентом влияния, причем очень высокопоставленным, и фактически пытается разрушить наш тыл. Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите «Экспертное мнение».